Дайсуке Мураками. Футболист из Японии, 23 года ему. Тренер очень известный, Фрэнк Кэрролл. Дело в том, что Мураками уже давно живет и тренируется в Соединенных Штатах Америки. Его короткая программа на музыку из мюзикла «Мулен Руж», «Танго». Ну, это как раз тот фигурист, о котором я говорил, что для него это единственный в этом сезоне этап Гран-при. Начало. Каскад четверной сальхов, двойной тулуп. И тройной аксель также исполненный. Очень здорово. Похоже, сам не может поверить, что настолько удачной для него получилась эта короткая программа. Про этого фигуриста мы знаем очень немного. Но достаточно сказать, что на последнем чемпионате Японии он занял лишь 10-е место. Никогда он не выступал не только на чемпионатах мира, но и на чемпионатах 4 континентов тоже ни разу не участвовал. Про него известно то, что он тренируется у Фрэнка Кэрролла, который, конечно же, доволен выступлением своего подопечного. Живет он уже очень давно в Лос-Анджелесе, куда переехал с родителями, когда был еще совсем маленьким мальчиком. Ну и его личный рекорд в короткой программе 70,67 балла. Ну, судя по всему, этот рекорд прикажет долго жить сегодня. Он все сделал. Прекрасно исполнил каскад четверной сальхов, двойной тулуп. Затем был отменный тройной аксель, который мы сейчас видим в повторе.
Вот это заход на тройную аксель. И вот сам прыжок. Очень хороший плюс он за него получил. Ну вот то, о чем я говорил. Вот такие ребята, как Мураками, единственный этап, на который ему дали возможность выступить. И он, конечно, своего не упускает. Ну вот не совсем идеальный выезд после тройного флипа, но тем не менее за этот тройной флип, исполненный во второй части программы, он также получает небольшой плюс. Оценки за компоненты программы у него тоже весьма приличная. Где-то в районе 7,5, от 7 до 7,5 баллов. Но он прекрасно понимает, что все... Все сделал, причем на глазах у японской публики. Вы слышали реакцию, как встречали концовку его выступления. 79, почти 80 баллов. Но это его личный рекорд. Причем он превзошел свое прежнее достижение. Получается, где-то на 8, больше, чем на 8 баллов.